Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Dishonored 2. Ну что же, мы с вами в прошлый серии попали в механический особняк и продолжаем его изучать. Пока здесь никого не видать. Легкий кошелек, это я заберу. Интересно, если здесь буду я ходить, он меня спалит? По логике вещей не должен, здесь же люди ходят, ему по барабану вообще абсолютно. Так, арсенал целый мне не нужен. Так, здесь. Хорошо, сейчас воспользуемся. Вот засранец какой. А что такое? Электронная схема. Вот те раз. Зачем этот ящик? Я не понимаю, для чего он тут нужен? Оба-на, монетки. Так, ладно, у нас тут есть контейнер с ворванием. И лифт. Но пока на лифте не поедем. Пойдем посмотрим, что у нас с той стороны. За дверью. Кювета для проявления серебографии. И нафига она нужна? Вроде тишина. Да, тишина. Фу, страшные твари какие. Какие страшные твари. Герцог Лука Абеле. Герцог Лука Абеле. А что, ты не заберешь картину, что ли, его? Блин, я думал, это как ценный предмет. Закрой двери. Письмо от герцога Абеле. Подожди, а он Франки пишет, что здесь... Франки, убийца, только начало. Есть и другие союзники Далилы. Джиндаш, герцог, все они. Ой-ой-ой, а если это ударит, то он проснется. Не-не-не-не, не буду. Так, амулеты, в принципе, все далеко. Ну, тут ничего нет. О, монтажный инструмент, отлично. О, еще один. Круто. Обработка Соколова. Ах, чудовищно. Эта машина сохранит тебе жизнь, Джиндаш. Так, что он за сведения? Джиндаш создал электрошоковую машину, которая резко ухудшает память и мышление. Это устройство находится в лаборатории безумного изобретателя. Да, о, круто. Хорошо. Это у нас с вами есть способ нейтральный для Джиндаша. Это хорошо. Так, ну тут вроде я все смотрел. Ты еще и художник, что ли? Обработка Соколова. Продолжение. У нас тут недалеко получается руна в той стороне. Кошелек. Кошелек, кошелка. Ну окей. Так, ладно, здесь, получается, нам надо с вами перемещаться. Вау, вот это красота. Красотища.
И один такой здоровенный ветряк. А, вон сколько там еще ветряков. Нифига. Вот ветряки. Высоко. Согласен, мать. Аж страшно становится. Так, ну и куда? Отлично. Непрочная дверь. Хм. Какое-то непонятное устройство. Так, клейка заберем. Руда еще, отлично. Так, ну в итоге только получается у нас есть с вами лифт. Нам надо в лабораторию. Так, кабинет, лаборатория и зал апробации. Так, идем в лабораторию. Машина в состоянии неопределенности. Ё-моё. В кабинет. Не как лаборатория Джиндаша. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. А вот и Джиндаш, отлично. По крайней мере, мы с вами избавились от этого часового... Ага, избавились. Вот это мы избавились. Пипец, они прыгучие. Интересно, он меня спалит? Вот те раз. Походу спалит, друзья. Я прям так чувствую попы своей. Может быть, он назад пойдет? Отлично. Красавчик, спасибо. Я так и не знаю, как с ними бороться так, чтобы... и убивать быстро. Ну, здорово, Джиндаш. Давай-ка используем... Идиоты, защищайте меня! В смысле защищайте? Так, картина есть. Записка Кирину Джиндашу. Ага. Вот мы, в принципе, нашли Соколова. Кирин Джиндаш. Ну, мать, давай. Отлично. Ух ты. Вперед. Машина ничего не обнаружила. Пошла нафиг эта машина, блин. Фух. Сигнал ошибочный допуск. Так, получается, мне надо будет в лабораторию. Ты тогда пока здесь полежи. Нам нужно сначала добыть тогда Соколова. Блин, а там этот чтивяк ходит, блин. Надо как-то, получается, от него избавляться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо-то. Так, у меня все равно, получается, ключа-то нету. Да. Ладно, поехали тогда вниз, в зал. Фух-фух-фух, так это что у нас? Монетка. Это кран.
Да, чуть, бля, мне не спалил этот сраный робот. Часовой, блин. Механизм сходячий. Надо как-то, получается, от него избавляться. Вот те раз. Тут никого? Нет. Ой, она еще сюда идет. Тихо. Так, на всякий пожарный усыпляющий дротик, на всякий пожарный. Блин, ну надеюсь, эта машина ее не убьет. Пропала целая партия баков с ворванью. У них из-под самого носа увели. Вот идиоты. А вот тебя из-под самого носа, получается, я забираю. Фух, так, хорошо. Ящик. О, амулет. Ну-ка. Чё за амулетик такой? Беспокойная цель. Враги иногда роняют гранаты и мусор себе под ноги. Да? Зачем? Чтобы они сами себя убивали, что ли? Не, что-то как-то не очень хочется мне его ставить. Так, а подожди, что там еще? А, созданы. Нет, я еще пока не создаю. Кстати, что у нас там по прокачке? Сколько? Всего лишь одна руна, блин. Что-то прокачка у нас с вами очень медленно проходит, друзья. Да, да, в зале абробации, так мы его, в принципе, почти нашли. Орден оракулов разделился. Священники уже, блин, дерутся вовсю за власть. Кто-то за, кто-то против. Так, это всякие пули. Антон Соколов, 25 метров. Крыса тут лазит. Так, ну я вроде не встречал серванты больше нигде. Да ладно, тут эти часовые ходят. Блин, а как же тогда мне к Соколову пробираться? Слышь, Сокол? Да, он прям в заключении. А нельзя разбить никак, нет? Ты смотри, какой, а. Опасненько. Я тут явно, блин, не пройду по стелсу. Так, ну да, хотя просто посмотрим, что с этой стороны у нас имеется. Так. Оглушающая мина. А, слушай, а может быть... Проклятие. Не жди пощады. Офигеть. Чувак, откуда туда взялся, блин? Ё-моё, вот это вот я, конечно, красавчик, да? Тихо, дружище. Не нравится мне это? Надо осмотреться. Да. Я, как всегда, в своем же репертуаре. Без убийства никак не получается. Я просто не ожидал, что здесь будут люди, блин, честно.
Реально не ожидал. Вот это для меня была сейчас подстава подстав. Может, кто еще есть? Так, ну это гувернантка, это фиг с ней. Мы здесь уже несколько месяцев, мы... В чем дело? Вы что-то видели? Нет, блин, она ничего не видела. Пошел вон. Теперь надо еще избавляться от трупов, потому что могут спалить. А ты можешь, блин, не разбивать? Не, ну вас все равно по-любому спалят. Даже если я закрою дверку, блин. О, вот это вот было сейчас пипец как. Подстава, подстава, блин, друзья. Так, никого нету. Да вроде больше никого. Арбалетные болты. Серебряный шип. Тайна императрицы Далилы. Да, получается, надо искать способ, как пробираться туда. И опять получается, да, я получил звездюлей. Так, ну уже хоть что-то. Давай, наверное, сразу еще возьмем. Так и так, отлично. Температура масляного бака растет. Ну и что в итоге? Обработка скалова. Короче, он уже в итоге хочет от него избавиться, блин. Тихо, тихо, какая перекомпо... А, понятно. Движущаяся панель. Машина выполнила полный набор инструкций. Ё-моё, машина, ты меня не пугай так. Так, а может быть использовать какие-нибудь гранаты? Это что у нас за граната? Клейка граната. Вот, оглушающая мина. Подожди. Тысяча оборотов. Повторно ввести график. Компоновка зала. Ожидание. Запущен быльком. Замечена молодая женщина. Одна, отключаю. В смысле? Боевого протокола. Так, ладно, давай попробуем болты. Ты какой резвый! Не с головы! Идентифицировать врага невозможно. Машина в состоянии неопределенности. Объект потерян. Так, машина что-то обнаружила. Перегрев. Требуется выключение. Объект преследования потерян.
Ой-ой-ой, бня, закончились болты. Электроразряд. Всем отойди. Электроразряд, блин. Сигнал, кто-то скрывается от машины. У меня нет болтов. Слышь? А если я вот так вот подкрадусь? Ты можешь что-нибудь сделать? Я не понимаю, блин. Воу-в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 оу. А, все, ну, он помер. Вот это была бойня. Так, а у вас, по-моему, должны быть номерки. Нет? Да? Табличка, отлично. Мне, получается, еще надо две такие взять. Но так я драться с ними собираюсь, это прям... Это чистое самоубийство. Ух ты. Кровавая топология, злой Алекс. Хлебушек пожрем. Так, с доктором потом поговорим. Сначала давайте все тут посмотрим, обыщем. Записка Антону Соколову. Окей. Так, ну давай, Соколов, пора вставать. Глазам не верю. Юная Эмили Колдуин. Берегите силы, Антон. Я вас вытащу. Планы Джиндаша идут дальше, чем вы думаете. Он собрался создать армию часовых солдат. Это станет началом конца. О, я и к Джиндашу непременно зайду. В смысле? Да вы издеваетесь, что ли? Че, мне каждый раз вас подбирать надо, что ли? О-о-о. Таскай, блин, вас всех. В смысле? Нафига я закрыл? Ой-ой-ой, давай. До щелчка. Спасибо. Так, теперь давай сюда. Ага. А теперь как сюда? Фух, да, бойня была жесткая. В экипаж? В какой экипаж? Но я-то пока еще не сматываюсь, нет, мать. Ё-моё. Тихо. В экипаж, блин. Фух, так. Ну, у нас-то тут вариантов нет. А, или, в принципе, есть. Почему нет-то? Есть. У нас тут имеется лифт.
поспите тут вдвоем. Так, ну надо, получается, как-то избавляться от этой машины. Здесь просто никаких выходов нет, и я вряд ли здесь смогу забраться, да, или смогу? О, да ладно, смогу, серьезно. Так, хорошо, тогда давайте Соколова, наверное, доставим. Че б нет-то? Хотя бы уже одну миссию с вами выполним. Надеюсь, тут никого нет. Сначала посмотри. Да, вроде нет. Да, опасны эти механизмы. Ой, какие опасные. Главное, настолько бронированные, что, блин, я все болты на них потратил. Это какой-то ужас. Отлично. Так, ну, в принципе, наверное, тут могу и пройтись. Так, сладненько. Дальше... Хорошо. Подожди, к экипажу не туда, что ли? А к какому экипажу? Во, блин, а не тот экипаж, что ли? Ё-моё, я думал, экипаж вот этот, который там стоит у нас с вами. Оказывается, не тот экипаж. Я не туда его тащил столько времени. Вот это я красавчик, вот это я молодец. Отлично. Не туда мужика притащил. Но извини, блин. Я думал, экипаж тот, на котором мы приехали. Тут в итоге получается какой-то совсем другой экипаж. Ой, ладно, ладно, мать. Ну ладно, в принципе, вернуться не так, что и далеко. Вернемся сейчас. Тогда надо как-то избавляться от охранников. Вот это подстава подстав. Может тогда их оставить там вдвоем, да потом уже на экипаже вместе смыться? Да, столько времени, блин, потратить. Но я почему-то думал, что именно туда и надо его тащить. Оказывается, тут есть какой-то другой экипаж. Пока мне непонятно, какой это экипаж. Ну да ладно. По-любому, все равно, получается, надо будет зачищать территорию. Поэтому, скорее всего... Мы сейчас там его оставим рядом с этим Кирином. Избавимся тогда от Кирина мирным способом, да, а потом уже потащим Соколова. Потому что нам все равно получается на этом же экипаже и сваливать. Так что полежи пока здесь. Блин, но мне получается надо избавляться от того часового механизма, который у нас здесь ходит.
Это плохо. У тебя нет ключа, что ли? Я не понимаю. Ладно, тогда продолжим уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.